В Ленске прошла деловая игра министра среди молодежи района. Кто вошел в список будущих руководителей района и какие проекты придумали участники в этом году, в сюжете коллег из Ленска. 10 человек, а не команда вовсе. Настоящая администрация поселения. В роли главы – капитан. В такой игровой форме участникам районного этапа деловой игры министр предложили разрабатывать собственные проекты. В основе каждого из них – реально существующая программа, работающая на территории Ленского района. Цель была основная – взять действующие муниципальные программы и пересмотреть их по своему усмотрению, так скажем, и предложить идеи по изменению их, либо же дополнению, механизму реализации, с чем ребята вот сегодня и вышли на защиту. Социальная сфера, экология и предпринимательство. По этим направлениям участники изучали муниципальные программы и разрабатывали свои предложения. Искали новые методы утилизации отходов, помощи малому и среднему бизнесу, выявляли самые незащищенные слои населения, которые до сих пор не охвачены льготами и поддержкой. Каждое предложение в той или иной мере оказывалось жизнеспособным. На самом деле не жизнеспособных. Мы идеи эти отметали сразу же, то есть мы действовали по коммерческому принципу, то есть есть спрос, будет предложение. И как бы делали основную ставку на то, что если нужно что-то где-то, что-то люди просят, люди интересуются, люди хотят этим пользоваться, то в этом направлении как бы и разрабатывать программы, какие-то идеи, чтобы не изобретать велосипед, а сделать именно то, что действительно людям нужно. Команде Вадима Красюка необходимой показалась социальная комната, где могли бы останавливаться приезжающие из поселений ленчане. Компенсация расходов на ЖКХ молодым специалистам, льготный проезд для онкобольных. Со всеми предложениями попали в точку. Эксперты, первые лица района и города, каждую идею рассматривали серьезно, как реальную поправку к программам. И к самим участникам приглядывались пристально. Возможно, среди них будущий муниципальный глава. По задумке организаторов, победители игры войдут в кадровый резерв района. В рамках Года молодежи республики в Ленском районе мы в этом году запланировали такой кадровый резерв образовать. Для того, чтобы в будущем ребята могли иметь возможность повышать свою квалификацию, развиваться, собираться, проводить дебаты. Ну и для того, чтобы мы сказали о том, что у нас в районе есть настоящий резерв, который работает, старается, развивается. В кадровый резерв в полном составе вошла команда «Победитель». Это молодые люди, работавшие по направлению «Внимание социум». Из их числа также выбрали двух делегатов для участия в зональном и республиканском этапах деловой игры. Олеся Васева, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край».